А в Вильнюсе хотят переименовать все улицы, названные в честь деятелей, которые сотрудничали с советским режимом. Этот вопрос сейчас обсуждают в мэрии. Речь идет о нескольких поэтах и писателях, которые помогали укреплять советскую идеологию. Рабочая группа обратилась к экспертам, чтобы те решили, можно ли этих людей считать предателями Литвы. И уже после этого они собираются решить, проводить ли данные переименования.